Я бы мог сказать то, что эта игра разделилась на две части. Что касается первого тайма, мы начали хорошо. После нашего гола забитого первого, Нижний Новгород стал лучше играть. Второй тайм был за нами. У нас были моменты забивать и больше мячей. В итоге, что нужно было, мы забили. И думаю, то, что победа более чем заслужена. Я разговаривал и с Владимиром Обуховым, и с Арсеном. У Арсена плечо болит, у Обухова болит колено. Поэтому сейчас ждем заключения от нашего врача. Задам вопрос всех болельщиков. Когда Джимми Марин получит возможность проявиться в стартовом составе? Если он будет и дальше забивать, выходя на замену, он дальше так будет играть. Это, так скажем, нотка юмора. А что касается, если серьезно, он работает хорошо, он забивает нужные мячи, поэтому в будущем будет видно. Хотел бы сказать большое спасибо всем болельщикам, которые пришли поддержать нас. Было очень много болельщиков, я очень благодарен им за это. Понимаю, в какой сейчас ситуации находятся люди из-за паводка. Надеемся, что эта ситуация чем можно быстрее решится. Обнимаю всех. Спасибо большое.